Давайте одного поставим, сколько один продержится. Да вы что? Серёга, ты с чего стреляешь такого? Ух ты, нифига себе у тебя пулемет. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Родекс, Робби, Васаби Скромник, Рилли, Кокас, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем блядьки. Мясо. Если опять укушите, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой монстр Хендерсона выдержит это?». Погнали. Ну что, давайте начнем с самых слабеньких. Посмотрим, кто сколько выдержит. Че, психи, подождите, я ж не знал, что вы так будете быстро мочить. Вот мой, ребята, стоит пулемет, и когда я уже буду ставить очень мощных, я буду за него садиться и тоже гасить. Но сначала мы понаблюдаем уничтожение монстров. Вот такое есть. Вы психи, что ли? Да подождите, там уже его нету, вы уже растерли его в порошок. Хорош. Так, я понял. Такое есть. Ай, господи, вы чё психи такие? Вы дайте хоть шанс как... О, хоть прыгучка какая-то. Смотрите, не убили. А, не убили. Пацаны, там никого нету, хорош. Вы прекращаете, вы психи, я тоже так хочу. Он ко мне летит, надо валить, они сейчас меня пристрелят. Убили? А, я думал, вы будете подольше вымочить. Хорошо, вот такой есть. Где он? Вижу. О, он гигантский стал. Серега, ты там, что там за читер у тебя за пулеметы? Ого, ну постреляй. Это сколько у тебя получается в управлении? 5 пулеметов, да ладно. Блин, ну Серега, как всегда, нас очень красиво поступает. Поехали. Наказываем, наказываем. А, мои пулеметы. О, я убил своего. Хорошо, я удалил, они пулеметы ломают. Блин, я не знал, что они пулеметы ломают. Мои пулеметы. Ну, Серега, ну это твои пулеметы. Вот, блин, ты смотри, что. Я думал, мы их замочим. А, вот так, значит. Хорошо, на тебе. Блин, ну мечи. Ого, ты с чего стреляешь такого мощного? Там мелкие бегут. Нифига себе, вот это балди мочит у нас. А, это маленький челепиздрик, не надо, а ну-ка. Идет, идет, не спеша. Эй, ты чё, краб вонючий маленький, отвали. Эй! Да откуда вы взялись, а? За языком, фигня слабенько. Эй. Ну, правда, слабенько. Хорошо, поехали дальше. А, блин, вы дайте убить кого-то. А вы че психи такие? А, давайте мы тогда что-нибудь вот такое. Опять кэткраб пришел вонючий, отвали от меня. Опять тебе, Дима, да? Как вам такой монстр? Вот это гигантус. Так, это у нас был пробный пак. Сейчас будет, ребята, у нас пак, там, где есть сиреноголовы и монстры просто с гигантскими жизнями. Ой, они же телепортируются, я же забыл. Да хорошо. Чего? Да я ж, блин, видишь. Хотел как лучше, получилось как всегда. Ну что, давайте начнем с гигантских. Ладно, 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 ладно. Там маленький пошел, мочите маленького. А, вы его сразу умочили, я понял. Вот такой червячочек у нас есть. Давайте мы его дальше поставим. Мои пулеметы. Вот. Бум, с одного раза. Блин, у тебя какая-то пушка очень крутая. Прям реально крутая. Еще разочек. 155 калибр. Бум. Блин, прикольно они уничтожаются, ребята. Это можно смотреть вечно.
Поэтому, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы снимем более эпичное что-то. Но не буду спойлерить, чтобы вам было интересно. То что кто-то мою идею поворует. Пошел. Прости, а что это за снаряды? Это какие-то минометы. Так, да, блин, прикольно стреляет. Но оно как-то с опозданием, надо заранее стрелять на ход. Она долго стреляет. Да, я понял. Долго летит. Это пау. Бум, красиво. Уничтожили. Чтобы всем хватило. Так, они не телепортируются? Не, никого нету. Это все, мы уже... О, какие есть филипизники. Пошли. Давай, с минометика своего, поглочи. Красиво снаряды летят, ребята, очень реалистично. Они нас обходят. Не ссы, я сейчас их замочу. Ой. Тварь, я не пущу. Есть, ребята, замочил. Убили всех? А, не, вон еще вижу. Красиво сдалека мочить, очень круто. Блин, у меня этот миномет, который вот чувак стрелял, очень классно смотрится, когда идет снаряд, и он так прям летит в разные стороны. Круто. Ну что, давайте что-нибудь более поэпичней. Сейчас начинаются большие монстры. О, они даже лазить начинают. Ребята, зря вы полезли, я сейчас вас сниму. Стреляем. Убьем? Они на раз за картой. Да, они за картой. Как-то странно, они телепортируются. Ну хорошо, давайте вот такого поставим, гигантуса. Ого! Ой-ой-ой-ой, это жесткая война будет. Это мы оставим на следующий ролик, когда будет очень здоровая карта у нас. Пошел, смотрите, как струячек. Перезаряжайся, давай. Идет на нас. Динозавр. Бум. Выше, наверное, надо брать. А, я сам себя убью. Серега, как? Понял. Техника безопасности не соблюдается, конечно же. Сережечка, сейчас будет у нас... Давайте, наверное, все-таки поставим сиреноголовых. Все-таки мне хочется посмотреть, как мы будем их гасить. Война началась. Чего не ползу странно за карту? Так, хорошо, давайте мы их ближе поставим. О! Ой-ой-ой. Что случилось? О, сиреноголовый кричит на... Ах, вы вонючие читеры, вы наши пушки поломали, Серега. Что за бред? Я ненавижу сирену. Я их ненавижу тоже. Гоже, я пушку выставлял целых 10 секунд. Я 20 минут. Хорошо. Серега, ничего страшного. Я, конечно, пошутил задолго. Давай, Серега, что-нибудь мощное и читерское. Давай. Потому что сейчас будет, ребята, мясо. Досмотрите ролик до конца, потому что реально в конце будет очень жестко. Надеюсь, Гаррисмод не вылетит. Да, Гаррисмод? Хорошо, он давайте... Он любит делать. А, я тогда сейчас поставлю, который не ломает на расстоянии. Ну что, пацаны, вы готовы? Так, чтобы они опять пулеметы не поломали нам, ну их нафиг. Да что они такие быстрые психи? Давайте одного поставим, сколько один продержится. Да вы что... Серег, ты с чего стреляешь такого? Ух ты, нифига себе у тебя пулемет! Мощный. Давайте вот такого поставим. Обычного. Бум, нифига себе снаряд. А, вот так, значит, вы с сиреноголовыми поступаете. Война, смотрите. Красиво отстреливается. Противостояние сиреноголовых против человечества. А мы побеждаем. Вот такое у нас есть даже. Ой-ой-ой, красиво отбивается. Приближается сиреноголовый. Я их веду за собой, мочите. Чё за пушка летающая, чё за бред? Серёга, это ты, да, жахнул? А, нет. Кто-то с крыши стреляет. Убили. А, это какой ос на крыше стал? Нифига себе, молодец, какой осович. И давайте поставим вот такого вот еще. Ой, красиво с крыши снял.
идет орда. Приближается. Приближается. Бум! Ух ты, нифига себе! Убил. Красиво, даже пушка разлетелась, эпично. У нас такое еще сиреноголовый есть. Бежит. А подождите, ну дайте ему побежать хоть чуть-чуть. Бежит, 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 смотрите, как лихо. Это не тот, который... Нет, это другой, это не крикливый. Ого, вот это он меня ударил. Серега, спасай! Я пушку подбить не могу. А ты его не видишь? А его убили уже. Нормально, пойдет. Давайте поставим вот такого сиреноголового. Серега сейчас немножко будет посложнее. Уклоняется от пуль, видели как? А, не, Серега, от тебя, видно, никто не уклонится. Такой пушкой. Еще разочек. Неплохо. Двух или трех. Двух или трех? Хорошо, давайте таких поставим тогда. Неплохо, неплохо. Чё? Давайте сделаем теперь эпическая битва. Вы готовы, ребятушки? А давайте вам еще такого поставим. Вот. О, я знаю, надо кого поставить. Сейчас, 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 сейчас. Дима, если мне страшно. Не, не бойся. Чё, банана поставил? Нет. У него жизни много, у этого челика очень много жизни. Подожди, да что за читерское у Сереги оружие? Дима, у нас одинаковые. Ну я понял. Теперь у вас будет все одинаково. Вы готовы? Ребята, эпическая битва. Пошла. Орда монстров наступает на нас. Спасется только лучший. Не пускаем их. Уже один приблизился. Есть, наклонил. Вижу, вижу. Пацаны, я прикрою ваши тылы, если он приблизится. Он приблизился. Я его наказал. Отлично, Серега, мы их мочим. Пойдет, ребятушки. Прикольная битва, мне нравится. Это что-то эпическое. Юлю поставили 3000 лайков под роликом, как и обещали. Все красиво. Не, вон еще вдалеке ходят. Ого, снаряды летят. Так, пацаны, сейчас будет немножко по-другому сценарий. Сейчас я поставлю бомбу и попробую за монстра Хендерсона пробраться с ваших пушек и взорвать эту бомбу. Вы готовы? Нет. Да, вы готовы. Страшно. Вы готовы. Вот, все, бомба лежит. Так, я не буду говорить, откуда я буду идти. Дима, ты уверен? Эй, тут еще один челик ходит. Псих, убейте его. Молодцы, спасибо. Так, давайте будем пробовать. Я надеюсь, что у меня сейчас получится. Дима, Дима, ты готов умереть? Да, я готов умереть. Да ты тварь, ты на рандом стрелял или ты знал? На рандом. Арон дом дом. Дон дори рори ро. А они туда еще стреляют. А сегодня это по не верю. Вы вообще меня видите? Нет. Нет. Да, вижу. Где? Бом бегает. За Фокси? Я за Фокси прибежал. Хорошо, хорошо. И это было просто. Давайте тогда я сейчас возьму монстра Хендерсона все-таки. Да как вы меня не видите? А, вон ты бежишь, вижу. Где? Вижу, вижу. Так, сейчас я монстра Хендерсона возьму. Дим, ты готов? Да. Да не, я не, да кто кому и не был готов. Хлопцы, хлопцы, хлопцы. Ну что, я приближаюсь к бомбе. Обойдешься. Дима! Я не плачу. Я убачу. Да блин, я хотел Серегу убить! Я хотел убить Серегу! Не получилось? Не получилось. Пацан зашел сзади. Пацан к успеху ушел. Я убил Диму зато. Молодец, Серега. Если он делает, то даже успел его навестись. Ну что, ребята, еще одна попытка. Погоди, ой, красиво!
Нет, он опять обходит на стула. Есть, пушки нет одной. Еще одной пушки нет. Стреляй, стреляй. Нет, не стреляй. Стреляйте, стреляйте. А чего вы не хотите стрелять? С ганом уберите бомбу. А, не хотите? Тогда лови бомбу. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моей ролики еще. Поломай, Гарри, смотри, конечно.